Глядя современные рыболовные передачи, порой задумываюсь, что автор хочет показать данным видео. То ли они хотят привлечь народ к рыбной ловле, то ли наоборот отбить желание ловить рыбу. Ведь используют они такие дорогостоящие снасти, что простому человеку просто это все не вынести. Естественно, у простого человека нет спонсоров, а ловить рыбу охота. И сегодня мы попытаемся разобраться, можно ли простому человеку ловить рыбы не за удочку за полмиллиона рублей, а за 500 рублей, используя минимальное количество с собой всяких вещей, а не то, что возят там КАМАЗами на рыбалку, чтобы половить рыбы спортсменам какому-то. Меня зовут Юрий Детерин, это очередной выпуск «Блин рыбалкой». Сегодня будем ловить на реке Луза на обычную поплавочную снасть. Вперед! Ну что ж, вот мы и прибыли на точку, где будем ловить рыбу. Уже 4-й выпуск «Блин рыбалкой» подряд, снимается с одного и того же места. И полянка здесь у меня прилично вытоптана. А зачем менять место, если я уверен, что здесь рыба есть? Редко, когда осенью найдешь хорошую точку, на которой постоянно ловится рыба. Вместе я уверен, так что думаю, сегодня мы половим, может быть, не отлично, но хорошо. Так, с собой у меня поплавочная удочка, о которой рассказывал уже, но по ходу дела еще расскажу. Небольшой рюкзачок с небольшими принадлежностями, стульчик, чтобы сидеть, и ведерко, чтобы замешивать прикормку. Давайте о прикормке маленько мы сразу расскажем. Так, первое, что у нас есть, это буквально грамм 400 покупной прикормки. Любой можно прикормку использовать. Главное нам подозвать себе рыбу. А рыба, скорее всего, будет такая, как елец. Елец непривередливый, любит просто вкусно покушать. И вкусно мы ему сделаем сейчас. Еще с собой есть немного отрубей, которые мы тоже сюда добавим. Отруби. Это очень дешевое, но тем не менее очень хорошо срабатывает по рыбе. Ничего такого нет в них интересного, но мелочь собирает хорошо. Магазинская прикормка у нас для того, чтобы ароматизировать, дать какой-то аромат, а это просто как дополнитель. Много добавлять не будем, много нам прикормки в принципе ни к чему. Ведь мы сторонники бюджетной рыбалки. Хватит, думаю. Это потом уберем. Сейчас замесим прикормку, закормим точку и будем ждать поклевок первой рыбешек. Ну, давайте начнем собирать снасти, замешивать все это дело и ловить. Пришли сюда довольно поздно, не с утра, время где-то обед уже. Но я думаю, ничего этого не изменится, к вечеру мы уже уйдем с приличным уловом, ну с хорошим, по крайней мере. Давайте собирать снасти. Мы уже подготовили, покормили точку. Приступим к ловле. Сегодня мы будем использовать обычный червей. Вчера накопанных удачно. Удочка у меня 4 метра. Оснащенная безнавигационной катушкой. Она позволяет, мало ли, дальше забросить. Можно закинуть намного дальше, хоть вот до середины данного протоки. Поплавочек, заплывность 1 грамм, леска основная 0,2, поводочек 0,1. Маленький крючок, подходящий по размеру для ловли некрупной рыбы, такой как елец. И сейчас мы снастим это все дело
крючком, небольшим кусочком. И будем ждать поклевок первых ребешек. Сразу регулируем глубину, зная приблизительно, сколько она здесь. И потом в дальнейшем можно подрегулировать, чтобы крючок с наживкой находился у самого дна. Ставим небольшой кусочек червяка небольшого. Делаем первый заброс в точку, где мы закормили туда. Рыбка клюет далековато от берега. И чтобы ее поймать, приходится вставать и на утенниках рукав ловить. Конечно, можно было попытка работать, но тоже каждый раз подматывать, уматывать не совсем хорошо. Клюет в основном пискари, как ни странно. Так что было бы желание ловить жуцов, можно было бы это делать быстро и без каких-либо проблем. Утки на юг планируют туда, здесь, по ходу дела. Очень как-то неактивно она клюет. Ельчик попадается. Думаю, пора заканчивать нашу рыбалку. Ловил буквально 2 часа. Небольшое количество рыбы поймано. Мне хватит. Конечно, можно ловить рыбы много, но ни к чему. Да и руки мерзнут. У меня кто-то лететь, нет сил. Пальцы замерзли. И кормка кончилась. Короче говоря, если есть желание ловить, можно ловить любимыми снастями. Те, которые по карману, не надо там смотреть на тех, кто советует покупать. Ну, конечно, чем дороже снасти, там все равно они лучше, но для простого любителя в магазинах всегда найдется на то, что, на что по карману. И будет ловиться тоже совсем неплохо. Такой вот осенний день, холодный, мы все-таки вымутили немножко рыбы, получили удовольствие, просто душевно отдохнули на реке. Сейчас я буду сматываться и отправиться домой. Ну, а в конце данного выпуска хотелось бы сделать приятно хотя бы одному подписчику своего канала. Сегодня я делаю небольшой конкурс, разыграю воблерочек под названием Джакал Чайби. Данный воблер, конечно, он не новый, я им пользовался, уже разловленный, но я им практически не пользуюсь.
есть заглубление у него маленькое, и я в таких местах ловлю редко. Ну, кому-то это более может пригодиться. И просто-напросто вы оставляете комментарии на моем канале YouTube под этим видео. И давайте вот после следующего раза, когда будет первый выпуск «Более рыбалка» со льда в этом году, в начале данного выпуска, и будет разыгран блогер. Все легко и просто. Просто подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх, оставляйте какой-либо комментарий более-менее разумный. И спустя небольшое время этот воблер уедет своему новому хозяину. Недавно уже был конкурс, и воблер Хайра уехал, по-моему, в Архангельск. И уже раздолблен новым хозяином. Так что, я думаю, этот воблер кому-то пригодится и просто получит удовольствие при ловле на этот воблер. И какой-то презент от меня, подписчиков. Многие каналы устраивают конкурсы, у меня их было отмало, но вот в данный момент я будем устраивать конкурсы специально для вас. Все, легко и просто. Подписывайтесь на канал, ставим палец вверх. С вами был Юрий Гетерин, и еще новый выпуск «Блин, рыбалка». Всем пока!